Торжественная церемония чествования детей, родившихся в международный праздник «День мира», проходит в стенах Дома гражданских обрядов уже 15-й раз. За этот срок обладателями сертификата «Дитя мира» стали более 600 детей. Инициатор проведения мероприятия – Брестское областное отделение Белорусского фонда мира. Сегодня такой день, я бы сказала, праздничный, светлый и теплый, потому что там, где дети, там всегда тепло. Вот, и, конечно, знаковое мероприятие, оно сегодня приобретает особый смысл, потому что мы связываем рождение детей, конечно, с нашим будущим, с процветанием нашей страны, нашего общества. Сегодня пригласили детей, которые родились сюда, в Дом гражданских обрядов, тех, кто родился в Брестском роддоме. Это 8 деток с города Бреста и 4 ребенка с Брестского района. Они сегодня вместе со своими родителями, бабушками, дедушками приглашены здесь, сюда, для того, чтобы мы смогли им вручить сердце. Семья – это самое главное в нашей жизни. Счастье быть мамой дается каждой женщине, а дети являются плодом любви между супругами. Однако очень символично, что у малышей, рожденных 21 сентября, как будто существует особая миссия – стремление к сохранению мира между всеми людьми на Земле, что особенно важно сегодня. В торжественной обстановке родителям новорожденных с добрыми пожеланиями вручили сертификаты «Дитя мира», свидетельства о рождении, а также памятные подарки. Это очень хороший праздник, на самом деле. Такие дети у нас не просто посланы, мне кажется, да, как говорите, есть определенная миссия, и, наверное, как этот ребенок получается, как мы о нем мечтали, мы думали, планировали, очень долго у нас строились планы, где-то не получалось в жизни, там, с работой, да, у нас, мы думали, такие моменты будут, а тут нам Бог послал еще и в такой праздник, поэтому я думаю, что это какое-то благословение сверху. Стать мамой – это такое невероятные чувства, ну, счастье, можно сказать. Поэтому, тем более в такой праздник, это как-то особенно ощущается, потому что мы поздравляем своих мам, и став самой мамой, это так, ну, необычно и непривычно поздравлять уже бабушек с таким праздником. На мероприятии присутствовал настоятель Брестского храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, протоиерей Дмитрий Лукашевич, который благословил каждую семью и подарил икону. Именно она станет оберегом их семейного очага, где главная ценность – дети. А от воспитания будущих поколений зависит и будущее нашей страны.